Первая смерть от коронавируса на территории США зафиксирована в штате Вашингтон. Скончавшемуся пациенту было около 50 лет. Он проходил лечение в местном госпитале. По всему штату введен режим чрезвычайного положения. Всего в США коронавирус выявили у 66 человек. Но экстренно созванной пресс-конференции американские власти объяснили, что причин для паники нет. Риск от нового коронавируса для среднего жителя Америки низкий. Риск остается малым благодаря беспрецедентным мерам, принятым президентом Дональдом Трампом. Пока угроза минимальна, но все может очень быстро измениться. Добавлю, ранее первые случаи смерти от COVID-19 были зафиксированы в Австралии и Таиланде. Всего же факты заражения коронавирусом отмечены уже в более чем 60 странах мира. Число жертв приближается к 3 тысячам.